Сашка бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Всем привет, это охуеть мистика, ебанешься. Ебанешься, охуеть мистика. Чувак, сейчас ее нет. Беседу скинь, здесь есть дауны, чтобы знали то, что там есть дауны. Смотрите, вы не охуеете? Мы сейчас снимаем видео. Мы. Во, вы видели? Нихуя вы не видели, потому что я не снимаю нихуя. Потому что сейчас ничего я как бы не увидел. Хотя, может, вы увидели. Не ебет, не радует, как говорится. Ну, в общем, смотрите. Это пиздец, охуеть, тварь. Мразь, ебучка, контент, охуеть. В общем, что я хотел вам поведать историю. Схуя ли небо светится в 2019 году? Я не понимаю. Как бы я иду по дороге и... Сейчас, кажется... Вася, сегодня 21-й год. 21-й год. Сказал 19-й. 12 века. Во, видели, не видели? Знаете что почему? Смотрите. В общем, мы идем по дороге сейчас. Ну, небо наше, родимое, родненькое. Над Россией, между прочим, происходят эти взрывы. Вы слышали, ебанул взрыв? Это значит, блядь, что-то взрывается, да? Слышите? Да. Это, походу, знаете, война начинается. Вы охуеть можете. Ебать, машину сейчас собьют. Ебанешься, тварь. Смотрите на небо, дамы и господа. Смотрите. Это пиздец, трэш, охуеть, ебать в рот. Так, смотрите, вон машина поехала. Так. В общем, идем мы по дороге, смотрите, охуеть. Ебашит на все небо, он в это время другому. Что будет в другой половине? Смотрите, вот мы идем, вот это небо наше, родненькое, над Россией, матушкой. Калининградская область. Вот мы идем. Снимай нормально! В Новокузнецке идем. Ну, под Крымом, так сказать. Я сейчас собью. Во, вы видели? Охуеть! Не охуеете, дамы и господа? А если это на камере не будет видно, то это призраки, волшебство, магический образ жизни. Че это за хуйня, объясните? Молния, а хули они? Ну хотя да, в принципе, меня же убило на площадке молнии, поэтому значит это молния. А нахуя? Спрашивается. Давайте выйдем, не знаю, на трассу, посмотрим, вдруг это набережная. Че это, Крым? Хуя непонятно, я нихуя не понимаю. Вы уже это на YouTube-канал поведаю, мистика Гарри Поттера. Гарри Поттер заснял фильм в 21 веке. В принципе. Вы уже это на канал YouTube? Bluetooth. В общем, это салют. Взрывается где-то далеко, скорее всего. И вспышки неба, так сказать. Но у меня рука немного затекла, я вторую включу. У меня две руки, если вы не знали. Да ты еблан, ты не снимал! В общем, мы идем с подругами. Ну как, они мне не друзья. В общем, вот мы идем. Вот. Туда, в магазин. Ты меня снимаешь? А кого мне снимать? Вон машина. Машина. В общем, мы идем по дороге, мои руки в крови, никто не услышит, мусорам не звони. Как поется в песне, едем бэхи две тетехи. Ноги в нальках, пальцы в гайках. И до пизды нам двойная сплошная. Дайте пацанам одержаться. В общем, вертолет летит, это скорее всего он, как петарды. Кстати, прикинь, охуеть, я сегодня видел, знаешь что? 6 вертолетов. Который, знаешь что? В строчку летели зонтиком, ой, бабочкой, ой, ну червячком, короче, подряд, гусеницей, бабочка. Паровозиком, ехали, в общем, вот, автобусы. Тут, короче, люди сидят, вон, смотрите на них, что они там забыли, я не знаю, они, походу, пьяные сидят, не понимаю, что происходит, вон там водитель идет, таксист, вот, таксист, я себе... Небо светится. А посмотри на состыковку, смотри. О. Ну там, смотри, синее, а тут темное все, ничего не понятно. Демон пришел. О, видели? Только сказал. Что это такое? Да, но здесь очень плохо видно. А вон там мужики идут пьяные, алкашня. Вон, алкашня идет, вонючая. Позорная, блядь. Алкашня. Где именно? Да вон, блядь. Охуеть. Идем мы, в общем.
А там вот машина. А, охуеть. Вы... Я вот это заснял, там пиздец, там небо просто взорвалось. Что у меня в руках. Боженька, спаси нас. В общем, трэш вполне. Смотри, тут боржоми. Старбуз надо смотреть. Вот. Ага, спасибо. Смотрим небом. Нафига ты мне с ним? Нормально, суперски. Во, опять. С дядей разговаривал. Они что так во сне не учили, что с другими чужими дядями? Все можно. Все можно. Россия, матушка наша. Он же приемный, давай. Опять воркнул. Так, тут не видно. Не видно. Мерседес едет зачем-то. Так, ну что ж, я думаю, пора заканчивать наш влог. 7 минут видео идет, следовательно, скидываться будет 3 часа 49 минут. Но мы это еще отправим на YouTube-канал, чтобы все знали, то, что мистика охуеть в Калининградской области. Город Новосибирск, Якутск, Новороссийск, Макларен, Феррари, W121. В общем, сейчас я покажу вам, где это находится, примерно местоположение данного микрорайона. Я пробежку сделаю. Волшебство, магия, петарды. Короче, бандиты, скорее всего, пираты морские. Ну, в воздухе, которые летают. Взрывают все поганки. Черти. Чем там-то не находится? Всем пока! С вами был снайпер 9000 РУС. Охуеть. Всем пока, я боюсь. Я прекрасно.